это видео. Это будет удар по печеночке или правый хук всем антигазоблочникам. Значит, показываю вам. И чистый бетон. Просто на роде газобетон. Штукатурка тут отвалилась. Еще когда я маленький был. Так судьба распорядилась, что буквально 4 года назад я делал реконструкцию этой фабрики, кроме этой стены. Вот мы видим мох, видите, вот лишайник, лишайник на росту. Это все было построено примерно в 82 году. И вот мы смотрим, вот эта штукатурка, говорю, вот она отвалилась уже лет как 20. Тут нету желоба, то есть вода забивает сюда, видите, вот. И вот газоблок стоит. Ну ни хрена с ним не происходит, ну вообще. Поэтому вот эти мифы про то, что газоблок не морозостойкий, не, там, не влагостойкий, разваливается, это все просто миф. Потому что гигроскопичность у него, ну вообще, ну наименьшая, наверное. То есть вот это явный пример того, что Советский Союз когда-то выпускал ячеистые бетоны. И вот оно все стоит. Вот можем посмотреть на эту закладную, насколько она ржавая, насколько это все проржавело, потому что это сборная панель газоблока. Поэтому не стоит недооценивать газобетон. Вот я колупал тут даже когда-то. Не стоит говорить на него, что этот материал плохо стоит. Все это очень плохо. Потому что все это неправда. Ставим лайки. И пока. Лайк поставь, ну...